Представители национальных общин участвуют и в городских праздниках, и международных форумах. Однако сегодня, по мнению Анатолия Пахомова, требуется возрождение фестивалей национальных культур. Такие мероприятия будут востребованы сочинцами, позволят углубиться в историю народности, а еще внесут разнообразие в культурную туристическую программу. Для окупаемости фестивалей можно дополнить выставками и ярмарками. И, как я всегда говорил, у нашего города есть необходимость, чтобы наши народы могли показать свою культуру, свое искусство, свою историю, и мы предоставляем для этого площадку. Взять сады Гахасе пример, проводить вот вечерки, где в принципе и можно показать и свою культуру, и свою историю, и свою кухню. Одна из главных тем встречи – вопрос безопасности. Главам нацобщин пояснили нововведения, которые недавно были внесены в российское законодательство. Проявлять бдительность необходимо собственникам недвижимости, сдающим в аренду жилплощадь. Люди, которые проживают на территориях, должны быть зарегистрированы, естественно, надлежащим образом и защищены полицией. Поэтому мы хотим обратиться к нашим жителям, быть более внимательными по этому вопросу заселения приезжающих и работающих детей. И понимать, что зона ответственности распространяется конкретно теперь на них. Кстати, на встрече в мэрии стало известно, что Сочинский совет национальных общин расширен. К нему присоединились представители Луганской и Донецкой народных республик.